21 июля 2019. Бобровка рядом с Харьковом. Не был я здесь лет 20. И заросло за это время все просто катастрофически. Здесь не было никаких камышей. 20 лет назад было все чисто. Зато повыросло деревья. Хоть есть где спрятаться. В общем, близко, конечно, к Харькову. Но условия не идеальные. Пляжа как такового, я не знаю, может где-то здесь другой есть. Но я ничего похожего не вижу. Пять километров от дома, хоть пешком ходи. Ну, в общем, так. Вода хорошая.